что познакомились. Утюг, спасибо, Вова. А где Хупунь? Зови сюда, Немова. Эй, Хупунь, кончай шибать верхушки! Ну что же, все слиняли из психушки? Ну, в общем, да. А что же там хорошего? Уныло, грязь и кормит слишком дешево. Не беспокойтесь, Вова, мы нормальные. Ну, может быть, немного аномальные. Вот он лечился от алкоголизма. А как там лечит? Жуть, укол да клизма. Сбежал и снова пьет, как подобает гению. Хупунь попал по недоразумению. Заметно. Дал обет молчания. Но с Богом, он говорит и часто, и я многом. А иногда с войном посылает мысли. Понятно. И давно вы здесь зависли? Неделю, даже две. Да полтора едва ли. Ну вот что, я кафе здесь делаю в подвале. Так может, среди вас помощников отыщем? Вы мне ударный труд, а я вам хард жилищем. И если я пойму, что я среди нормальных, так будет все окей. Дождетесь премиально. А ежели не в кайф? А будете лениться, я вызову ментов. И здравствуй, психбольница. Здесь самое место жареной куре. Но чтоб не абстрактно, чтоб все как в натуре, чтоб слюньки взахлеб, то есть полная течка. И крупно кафе «Райское местечко».